Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое богатство. Когда-нибудь на велика подымет детская рука, мои года, мое богатство. Когда-нибудь наверняка подымет детская рука, мои года, мое богатство. Налетайте, обнимайте, что такое? Спасибо.
Тому що все наше построє, що вертаєш, як я дав дві речки, це диван. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые гости, дамы и господа, добро пожаловать в ресторан «Делюкс». Мы с огромным удовольствием приветствуем сегодня всех в нашем уютном зале. У нас сегодня замечательный весенний день. Солнышко, хорошо, красиво. И я надеюсь, у нас в зале будет тоже так же тепло, да? Дорогие друзья, мы сегодня собрались с вами все вместе ради трех очаровательных именинниц. Давайте мы все вместе с вами им поаплодируем. У нас сегодня замечательные именинницы. У нас сегодня Юля празднует свой день рождения вместе с нами. Где наша Юленька? Вот. Видишь, Юля приготовилась, она вся в цветах, как букетик весенний. Молодец. Дорогие друзья, у нас также очаровательная Мария празднует свой юбилей вместе с нами. Я тоже хочу увидеть, кому так все аплодируют. Дорогие друзья, еще раз ваши аплодисменты тоже. Знаете, какая блестящая женщина, красота какая. С днем рождения, еще одна у нас именинница, дорогие друзья, замечательным, все побеждающим именем, между прочим. То, что помогает нам жить, дорогие друзья, Вера у нас сегодня празднует свой день рождения, тоже вместе с нами. С днем рождения, дорогие друзья, всех наших именинниц очаровательных мы еще раз поздравляем. Вы знаете, от всей души хочется пожелать... Во-первых, крепкого здоровья. Как бы это ни звучало банально, но все-таки действительно хочется пообещать
пожелать крепкого здоровья, счастья, любви близких, женского счастья. Вы знаете, чтобы те, кого вы любите, тоже были счастливы, здоровы, чтобы вы, глядя на них, могли быть тоже спокойны. Ну а нам всем сегодня хорошего настроения, дорогие друзья. И давайте мы с вами, не нарушая наших еврейских традиций, наполним ваши бокалы. Все так кушают, аж неудобно отрывать от еды. Просто давайте мы поднимем сегодня все вместе самый первый и самый главный тост в честь наших именинниц. Те, кто у нас не пьющие, у нас есть замечательные соки, воды. Мужчины, поухаживайте за женщинами. Многие мужчины уже сидят на готове. Итак, дорогие друзья, я хочу увидеть ваши бокалы высоко-высоко в руках. Вот. А тут можно надеяться только на женщин. Они первые поднимают. Дорогие друзья, ваши бокалы высоко-высоко-высоко. И троекратное лехаим в честь наших именинниц. Дорогие друзья, громко, хорошо, от души. Давайте все вместе. Лехаим. Ой, лехаим. Ну и в третий раз. Лехаим. Оп, теперь симантов и мазартов. Дорогие друзья, всем приятного аппетита, хорошего настроения. Ну и пока вы наслаждаетесь замечательной кухней, немного спокойной музыки. Дорогие друзья, для вас сегодня в зале наши очаровательные официантки. Здорово. Хотела бы я вас с ними познакомить. Очаровательная Ксюша, Олеся. Они сегодня будут делать все для того, чтобы вы получили полный комплект удовольствий. Чтобы вы не были здоровы, Перерыв можно.